Юной Ульяне Добровской можно только позавидовать. Дочь Ренаты Литвиновой несколько лет училась в Лондоне, а сейчас собирается поступать в престижную школу дизайна Parsons в Нью-Йорке. По мнению поклонников, 17-летняя девушка удивительно похожа на свою знаменитую маму. Сама же Ульяна давно восхищается не только внешностью родственницы, но и ее талантом. «Мама очень красивая, я бы хотела быть такой же, но еще больше я бы хотела перенять ее креативность. Только представьте, один человек берет и пишет такую вот пьесу «Северный ветер», а потом по ней еще снимают фильм. Я бы хотела, чтобы я могла тоже так творить», призналась Ульяна. Ульяна мечтает стать дизайнером фото, Инстаграм в фильме «Северный ветер», режиссером которого выступила Рената Литвинова. Ульяне досталась роль стюардессы Фани, которая погибает в самом начале. Наследница знаменитой актрисы не отрицает, что в будущем планирует работать в сфере кинематографа, но пока ее интересует мода. Школьница привыкла сама принимать важные решения по поводу своего будущего, и поэтому иногда она не прислушивается к советам мамы. В трудную минуту я ей звоню, и она всегда дает мне совет. Я, правда, не всегда прислушиваюсь. Бывает и так, сперва я ей: «Мам, ну что ты такое говоришь», а в итоге делаю так, как она скажет, рассказала Добровская. Актриса часто путешествует с дочерью фото Инстаграм, пока все мысли Ульяны заняты учебой. Несмотря на то, что талантливая девушка уже получила приглашение в Нью-Йоркскую школу Parsons, она собирается сдать и экзамены в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В будущем дочь Ренаты Литвиновой мечтает работать на известные модные бренды, а когда-нибудь создать и собственный дизайнерский дом. «Я очень самокритичная. Если что-то, по моему мнению, не идеально, то я это никогда не выпущу. Вот так. Поэтому фильм я бы снимала как минимум года 4. Конечно же, займусь этим попозже, когда наберусь опыта. К моде я отношусь так же, не буду сразу же создавать марку. Сначала поработаю 5-6 лет в чужой фирме, чтобы разобраться в механизмах», подчеркнула Ульяна. В интервью журналу Tatler Ульяна призналась, что ее интересует творчество во всех его проявлениях, и поэтому на личную жизнь у девушки не всегда хватает времени. Однако дочь Ренаты Литвиновой не исключает, что после поступления в университет она может найти избранника. Класс пост 626 225 подписчиков.